увидеть Париж и спеть. Но перед этим обязательно выиграть 8-й республиканский конкурс современной французской песни, демонстрируя организаторам не только вокальные данные, артистизм, но и искусное владение французским. О ходе состязания в нашем репортаже. В общем, сейчас так волнительно после. Сейчас будем ждем результатов. От выступали было 39 номеров, очень много. От таких вот маленьких до вот таких взрослых уже студентов университетов. Внутри еще эмоции такие. На движухе, хочется еще. Мы являемся организаторами конкурса современной французской песни среди школьников и студентов совместно с Ассоциацией учителей и преподавателей французского языка. И помогает нам среднеспециальный музыкальный колледж, вот уже который год, а также под эгидой ЮНЕСКО и посольства Франции. Есть постоянные конкурсанты, есть новые вливания. Все серьезно готовились. Очень много талантов открывается для нас. И сложность конкурса в том, что оценивается еще знание и уровень французского языка. У нас участники с 5 лет до 25 лет. Среди участников 4 возрастных категории. В каждой категории мы выделили первое, второе, третье место. Победителям, занявшим первое место, мы рекомендуем ехать на региональный этап в город Екатеринбург, где тоже Французский альянс будет проводить региональный этап конкурса, а следующий этап уже поездка во Францию победителям. Regardez UTV.